Температура воздуха в начале июля бьет рекорды и превышает климатическую норму аж на 10 градусов. Улицы Сарова буквально опустели. Каждый спасается от жары как может. Саровчане до минимума сократили выходы на улицу. Дом, работа, продуктовый магазин – это, пожалуй, самый популярный маршрут в летний зной. Пройти его нужно быстро, чтобы как меньше попадать под солнечные лучи. И шляпы, и панамки – все у нас в ходу. А рады вообще такому лету, нет? Конечно, конечно, рады. Мы пенсионер, мы дома спасаемся. В Союзе. Вот видите загарку? На протежке. Работу хожу, а там кондиционеры. Пьем, гуляем. Ага. Занимаешься делами. Зато на пляже пруду Борового уже в 11 часов было многолюдно. Близость воды хоть как-то дает ощущение прохлады, да и купальные костюмы не стесняют движений. Многие уже обзавелись красивым, почти южным загаром. По отзывам отдыхающих, вода, особенно возле берега, уже достаточно прогрелась. Теплая вода, почти чистая. Нормально чистая, купаться можно. И дети, и взрослые в полной мере наслаждаются летней жарой. Пока одни плещутся в воде, другие принимают солнечные ванны, либо занимаются пляжными видами спорта. Жару в Нижегородскую область принесли антициклон, который сформировался над Южным Уралом, и сухой воздух из заволжских степей. Снижение температуры воздуха синоптики прогнозируют только во второй половине дня, 9 июля. А пока все на пляже. Прохладу принесут дожди. Летом они обычно идут после полудня и снижают температуру воздуха на несколько градусов. Но эти послабления будут кратковременными, и жара снова вернется. Что касается июля, то по прогнозу гидрометцентра средняя температура воздуха составит 25-26 градусов. Вообще для июля характерно очень большое количество осадков, самое максимальное, 65-85 миллиметров, это много. Но мы порой их не замечаем, потому что испаряемость в этот период при высоком солнце достаточно интенсивная. Дожди будут локальными, возможно, с грозами, с шквалистым ветром и даже градом. Кратковременные ливни – это тоже характерное явление лета. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.